Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про дистанційну освіту. В нашій студії професор кафедри інноваційного менеджменту, доктор економічних наук, проректор з міжнародної діяльності університету імені Альфреда Нобеля Володимир Момот. Вітаю вас. Здравствуйте. Володимир Момот – кандидат фізико-математичних наук, доктор економічних наук, проректор з міжнародної діяльності університету імені Альфреда Нобеля «Дніпро». Закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Двигуни літальних апаратів та менеджмент організацій». 2006-2014 – член експертної ради з менеджменту і торгівлі МОН України. Веде заняття в рамках програми MBA у Міжнародній школі бізнесу УАН. Опублікував понад 250 наукових праць, викладає у вишах та бізнес-школах Європи. Улюблена страва – кава з сиром брі. Хобі – теніс, велосипед, САП. Володимире, ви міжнародного рівня науковець. А взагалі… Це мрія дитинства? Навряд чи. Розкажіть, про що мріяли? Ні, ну, как не смешно именно так, то есть то, чему я учился и готовил себя с самого детства, действительно было профессиональное занятие наукой, как не смешно это звучит. И действительно я прожил лихие 90-е, наверное, верой в то, что каким-то образом интеллектуальные способности все-таки в дальнейшем, в будущем будут обеспечивать более-менее пристойное существование. И, в общем-то, как-то до сих пор имею счастье заниматься любимым делом. Нещодавно ви провели всеукраїнський круглий стіл, чи були учасником, там яку, узагальнення досвіду роботи у дистанційному режимі, аналіз добутків та пасток, спроба математичного моделювання, моніторинг думки студентів. Взагалі для вас особисто дистанційне навчання було викликом? Конечно, да. И я вот хочу сказать, что здесь я буду выступать просто вот как профессор, университетский профессор, который оказался, ну, как вся сфера образования, и я очень благодарен, что мы именно об этом сегодня ведем разговор. Об образовании вспоминают достаточно редко. Вот, например, сейчас, да, конечно. Зараз нагальная проблема у всей страны и всего света взагалі. Вне всякого сомнения. И я хочу сказать, что мы все оказались в одинаково тяжелых условиях, я имею в виду мы преподаватели. Ну да, лично я имею чуть более длительный опыт работы в дистанционном режиме. Где-то с осени 2017 года я уже преподавал через онлайн. Тобто набагато раніше, ніж до нас прийшов карантин. Да. С пандемией. И буквально сразу я понимал, вот на одном из первых наших вот совещаний, обсуждений, я высказал мысль, что трудозатраты преподавателя, если он хочет честно, добросовестно делать свое дело, возрастают многократно. Ну, я скажу, сейчас дистанционного обучения. Так? Я скажу, вы вот упомянули, действительно, мы проводили, мы были инициаторами наш университет круглого стола всеукраинского по итогам этого. Почему это так? Я считаю, что мы имеем моральное право. Вот университет Альфреда Нобеля перешел на режим дистанционного преподавания. Я вот здесь четко хочу сказать именно преподавание, потому что дистанционное обучение – это совсем другое, это стандарты и так далее. Мы говорим о преподавании, говорении перед экраном в микрофон и камеру. Так вот, мы перешли на второй день. Нам всего лишь один день понадобился, ну, организационных моментов. Для того, чтобы перенастроиться. Перенастроиться, договориться, в конце концов, обеспечить тех профессоров, это прежде всего о математиках идет речь, которым нужно специфическое оборудование. Мы выкупили практически все камеры, которые были в регионе. Мы снабдили математиков графическими планшетами, что это такое. Они же раньше писали формулы на доске. Как это мыслится мышкой по экрану? Вот им были поставлены домой, предоставлены планшеты, на которых можно привычно выводить формулы. И что я хочу сказать? Я вот готовясь,
просто залез в админскую часть Zoom, ну, все, наверное, знают, что это самая распространенная сейчас платформа, наши преподаватели провели и разместили 14 771 час онлайновых занятий. Это 2200, если по количеству лекций, 2200 тысяч лекций, чуть больше, почти в два раза больше, 4000 практических занятий, куча консультаций и так далее. 14 тысяч часов. Да. А взагалі, як ви змогли так швидко адаптуватися? Я так розумію, що ви, ваш університет був один з перших, так? Ну, хто перейшов на онлайн-навчання і, до речі, таке якісне забезпеченням технікою всіх педагогів. Что хочу сказать? Ну, во-первых, действительно, педагогический коллектив является командой, которая реагирует на пресловутые вызовы. И это команда профессионалов, что прежде всего нужно сказать. Конечно, очень хорошо отработала техническая поддержка. Я, имея, допустим, опыт преподавания, исходно, вот когда только вечером 12-го, если мне не изменяет память, этот вопрос встал. Я немножко даже о другой платформе думал преподавания. Информационщики предложили, я потом вслед за ними задал вопрос своим студентам. Вот я сейчас тоже сформулирую некоторые советы тем, кто выбирает сейчас вуз. Они предложили Zoom, я спросил у студентов: ребята, а в каком виде вы будете, через что вы будете смотреть наши лекции, участвовать в занятиях? Они сказали, процентов больше 80, сказали, что через телефон. Все, других вариантов нет. То есть мы очень быстро, очень удачно выбрали платформу. Сейчас очень много нареканий на Zoom. Я скажу, да, конечно, нет идеальной платформы, но она позволила нам вот то, что мы с вами сейчас обсуждаем, буквально с полоборота подхватить всех наших студентов. И фактически аудиторию мы не то что не потеряли, я наблюдал, что рост даже был небольшой. Не секрет, всегда есть отсутствующие студенты. Рост чего? Зарастание? Рост посещаемости. А, рост посещаемости занятий. Вот, вот именно даже это. То есть студентов зацикавила эта форма навчання онлайн, конечно. Так? Но вместе с тем тут существуют и определенные нюансы. Вот этот лимит доверия, кредит доверия, да? Модная тема в обсуждении президентских рейтингов. Я скажу, что у преподавателя есть тот же кредит, только он исчисляется не месяцами, не годами. Он исчисляется неделями, 2-3 недели. Если ты вот этот быстрый скачок интереса ничем не подкрепил, не повел за собой студентов, все, они будут голосовать ногами. Ну, не обязательно там выключенными камерами, просто своим отсутствием на занятиях. Это мы тоже наблюдали, и в эту топку, что называется, надо бросать все время какие-то интересные моменты. Элемент игры, элемент интерактивного обсуждения с помощью других внешних сайтов. И здесь я еще раз хочу сказать, что не всегда это просто с использованием Zoom, но учитывая, что наш студент – это поколение Z, это поколение визуалов, это поколение нетерпеливых людей, которые хотят видеть… Почему они визуалы? Они хотят видеть зримо красивую картинку и сразу что-то там понять, увидеть для себя важное. Если программа не грузится в течение там нескольких секунд, все, она неинтересна. И вот как раз, вот, мне кажется, удачным был выбор этот. И еще удачно то, что мы перешли уже давненько, с 18-го, если не ошибаюсь, года, перешли на систему вместо вот этих вот больших, неповоротливых систем управления взаимоотношений со студентами. Мы перешли на очень гибкую Google Classroom. С ее помощью можно очень оперативно достучаться до каждого студента и очень оперативно обменяться какими-то краткими сообщениями и выходить в онлайн при преподавании. Что получается? Вот смотрите, я не забыл свое обещание вернуться к советам при выборе. Это очень важно, и как бы тоже, мне кажется, это один из важных итогов нашего разговора. Но просто хочу сказать о тех
условиях которых сегодня в течение 2,5-3 месяцев работал преподаватель. Раньше мы приходили в ВУЗ, наши студенты приходили в ВУЗ. Преподаватель по определению был в центре внимания. Вот он был поставлен в эти лидирующие позиции, независимо от его реальных качеств. Потому что студенту нужно мобилизовать себя, собраться, приехать в университет, зайти в аудиторию, которая там вот по расписанию, и сесть лицом к преподавателю. Что получается в онлайне? Тебе нужно только проснуться, а можно даже и не очень проснувшимся, с выключенной камерой, с выключенным микрофоном, что-то там такое воспринимать. Если это, да, то, что я говорил в начале, первые там 2-3 недели, это очень интересно, это ново, посещаемость сумасшедшая. А потом человек делает вывод, интересен ли ему преподаватель. Мы анализировали мнение наших студентов. Мы оказались в ситуации конкуренции, в общем-то, ранее немыслимые для нас. Потому что, допустим, снова у нас в университете очень хорошо поставлено преподавание иностранного языка. Студенты знают иностранные языки. То есть возможность взять видеоматериалы, лекции с других платформ иностранных. По тому же предмету. По тому же, совершенно верно. Зовсім. Курсера, EDX, Гарвард, Стэнфорд – это ведь владельцы и основатели этих платформ. Естественно, вы понимаете, какого качества там материал. То есть мы, еще раз хочу сказать, оказались в конкуренции. То, как ты умеешь воздействовать, харизматичность, способность мотивировать тех, кто по ту сторону экрана – это тот ресурс, которым мы жили. И я вам хочу сказать украинским словом «виснажливо» – это была пора, эпоха, можно сказать. Вот мне лично кажется, всего лишь 2,5 месяца прошло, мне лично кажется, что целый год мы проработали в таком режиме, потому что, да, действительно очень тяжело. И смотрите, что еще один любопытный момент, который получается при чтении, при занятиях онлайн. Это я все готовлю базу, чтобы потом сформулировать развернутые советы и рекомендации. Еще лет 5 назад в Германии проводились исследования, очень масштабные, связанные с коммуникаторами. Не с дистанционными платформами, а с видеокоммуникаторами. Viber, WhatsApp, Skype, по-моему, вот эти три основных там анализировались. 187 тысяч респондентов в анализе. Что получено в этом исследовании? Получена удивительная вещь. Если коммуникация замерзает, искажена, и вот это замерзание составляет от 1,2 секунды, человек подсознательно, как бы он ни относился к своему визави, участнику диалога, он подсознательно начинает ощущать, что этот человек враждебен к нему. Это психология. И, повторюсь, этот психологический эффект подтвержден больше, чем сотней тысяч. Тобто навіть ось ці технічні проблеми, вони грають не на руку педагогів. Совершенно верно. Чем компенсировать это подсознательное влечение? Снова только своей харизмой, своим умением, безукоризненной готовностью. Вот мне, допустим, довелось, может быть, помните, в мае месяце был по Киевстару блэкаут на всю страну. Где-то на час пропадала связь. Ну, у меня ушло 20 минут, чтобы найти старенький модем Интертелекома, подключиться, предупредить, что качество сейчас будет хуже, но все-таки. Вот это то... Але ж ви знайшли той вихід, да? Да, да. А иначе выключилось все, и я сразу понял, что это именно на доме, на квартире ситуация, и надо было искать момент. Но еще раз, это та цена, просто небольшой пример, это та цена, которой ты платишь за то, что люди, повторюсь, подсознательно вот так своеобразно воспринимают этот барьер, который стоит. Это ведь психологический барьер, коммуникационный барьер. Наша работа со студентами коммуникации. Еще очень важно то, как мы коммуницировали со студентами вне вот этого вот нашего часа, ну, часа 20 лекций, да? Да, вне занятий. Тоже студенты оказались очень требовательны. Они хотели узнать оценки, они хотели узнать о мотивах, которыми пользовался руководство. Додатковые питания, может, и вообще еще. Да, да. Я, например, провел
в консультациях, наверное, ну, больше не буду врать, наверное, столько же, сколько в лекционных занятиях, потому что вот в этом семестре мой предмет был логистика, математизированный предмет. У меня много иностранных студентов, выходцев из Африки, из Индии, из Ближнего Востока. И они потом должны сдать экзамен, на котором самостоятельно решать задачи, поэтому у меня другого выбора не было. Это тоже очень важный момент. Способность наша, и, поверьте, энергии туда уходит не меньше, чем при занятиях. Коли постійно потрібно бути на зв'язку. Да, отвечать на вопросы. Я так розумію, 24/7 треба відповідати на питання. І... Пытаться, по-английски говоря, descramble, то есть расшифровать то, что говорит уроженец Ганы, допустим, а не франкофоны, то есть английский для них не родной язык, вот, и так далее. Но еще раз, если преподаватель способен на это, если преподаватель мотивирован, все может очень змінюватись так швидко. Да. И еще одна любопытная вещь, которую я тоже открыл и, в принципе, я обрабатывал, анализировал из точки зрения математической моделей процесс усвоения знаний. Смотрите, какая штука получается. Если раньше в классической аудитории, когда мы приходили, что-то рассказывали студентам. Все мы наблюдали, что чем сложнее, ну, в разумных пределах, чем сложнее тема, которую ты доносишь до студентов, тем более они вовлечены, тем больше они хотят ее освоить. Достаточно часто это наблюдается. В онлайн-занятиях наблюдалась прямо обратная ситуация. Чем сложнее тема, тем больше уныния. Студенты начинают нам писать, что нет достаточной информации, хотя все, естественно, есть и там, скажем, в презентациях, и в том, что мы говорили. Но я не думаю, я уверен, что срабатывает вот тот подсознательный механизм, о котором мы говорили. Малейшие технические проблемы у студента, у слушателя, вот эта вот вся мотивационная, если хотите, лестница переворачивается наоборот. Если в нормальной жизни ему хочется, ну, по крайней мере, лучшему студенту, карабкаться на эту лестницу, то в онлайне, к сожалению, все наоборот. Ось це, мабуть, є проблемою, ще вимкнута камера студентів. Це може зробити будь-хто, щось з цим робили взагалі, намагалися втручатися. Ну, ви знаєте, тут по-разному. Одні мої колеги вважають, що от всі камери повинні бути включені. У меня был разный опыт, допустим, снова мой нигерийский студент в начале лекции достал, при включенной камере, разумеется, громадный бутерброд, и вот пока шла лекция, бутерброд уменьшался, поверьте, при меня это... При том слухав важно. Разумеется, я ему был дополнением к этому бутерброду. Вы знаете, это меня не очень мотивировало, хотя я понимал, что очень многие воспринимают именно так наши усилия. Но действительно вы затронули как бы более общую проблему. Смотрите, ведь дело не только в том, включена там, не включена камера. Да, конечно, нужен диалог, нужна обратная связь. Да, конечно, преподавателю очень тяжело, когда он вообще никого не видит, черные плитки. Но, в принципе, мы затронули проблему организации, вообще всего процесса. Вот когда я говорил и так воодушевленно говорил, что да, у нас день ушел. День у нас ушел на запуск процесса. Но, извините, до сих пор, да, какие-то мы подходы внутри себя организационные выделили. Снова тот же Google Classroom, преподаватель в конце дня выкладывает те лекции, которые начитал, слава богу, у нас в университете этот безразмерный, мы являемся абонентами G Suite, и безразмерный диск, вот, но... Вот здесь я, честно говоря, совсем не недоумеваю по поводу позиции министерства, которое вообще процесс дистанционного преподавания, дистанционного взаимодействия, такое впечатление, что она его не замечала. Ну, давайте вот опять же вернемся к сегодняшним проблемам, которые есть у наших школьников. Вот если меня слышат родители, кто может вспомнить
онлайн-урок в ваших школах, живой онлайн-урок. Ну, может быть, несколько человек вспомнят. Я тоже являюсь родителем семи, ну, восьмиклассницы уже. И могу сказать, что единственным онлайн-уроком была лабораторная по физике. Учителей можно понять, я не обвиняю учителей. Угу. Школы финансировались по остаточному принципу, можно себе столько с ужасом представить, какая там техническая база. И учителя просто не имели навыка, для них это было максимум вайбер задания скидывать. Но еще раз, если мы говорим карантин, если мы говорим дистанционное там преподавание, необходимы какие-то направления, какие-то усилия в этом направлении. Вот сейчас, как раз вы упоминали круглый стол, мы с коллегами, несмотря на то, что отпуск, но ведь безотлагательные есть вещи, далеко не все так радужно, ну, сегодня там 540 или 513 или 543 случая новых зарегистрированных, но это же после воскресенья, когда было мало тестов. Достаточная вероятность, не буду говорить высокая, достаточная вероятность, что учебный год может начаться тоже в дистанционном режиме. У нас так, пока не... Наразі Міносвіти розробляють варіант комбінованої форми навчання при карантині. Но что-то более-менее внятное, описывающее там, я не знаю, формат хотя бы. Не правила игры, а формат. В виде письма министерства появилось, если я не ошибаюсь, 24 июня. До этого как бы, ну, понятно, что была проблема, связанная с ЗНО, и действительно, наверное, все силы, я так полагаю, ушли на отслеживание этой проблемы. Но в результате действительно, особенно когда мы речь ведем о школах, вот этот вот пласт оказался бесконтрольным. Да и вузы. Ну, смотрите, у нас хватило технической базы, инновационности перейти сразу. У коллег это было очень по-разному, очень по-всякому. Да, опять же, я не обвиняю коллег. Это действительно большая проблема. Начать работать и работать ефективно в этом направлении. Володимире, а можливо бачите якусь таку структуру нову, так, як би було якісніше, щоб викладати онлайн? Да, конечно. Педагогам. Вот тут мы подходим непосредственно к советам, как выбирать вуз. Смотрите, сейчас среди учебных заведений есть большое искушение. И дальше серьезный объем занятий перевести в онлайн, в дистанционку. Ну, не платить коммуналку, свет, отопление, все такое. Значит, снизить нагрузку на здание и так далее. Но я хочу сказать, это мое убеждение, что несмотря на усилия наших коллег-преподавателей, несмотря на тот, ну, подвиг, не подвиг, но действительно прорыв, который мы совершили за этот очень короткий период, я все-таки хочу сказать, что дистанционное образование никогда не заменит настоящее очное. Хочу сослаться на мнение в данном случае Гейтса, того самого, которого обвиняют чуть ли не в создании, насаждении коронавируса, но то такое дело, я не сторонник теории заговора. Но я хочу процитировать мысль, вернее, пересказать мысль, которую он высказал 9 апреля, если не ошибаюсь, в интервью своему новостному каналу MSNBC. Он сказал, даже без каких-то, как это сказать, комментариев, без каких-то подтверждений своей мысли, как о данном. Он сказал, что вот сейчас в вузы придет поколение школьников, которые учились дистанционно, с очень низким качеством образования. Потому что они учились дистанционно. Я привожу схему мысли. В какой-то степени да, потому что, смотрите, мы еще просто не затрагивали с вами, там, скажем, проблему контроля. Кто сидит за той темной камерой? Да, ну есть такая концепция проктор, то есть специальный человек, который наблюдает за и в, скажем, американских протоколах, что ли, по приему, в том числе дистанционных экзаменов. Там уже давненько делают микс
какой-то курс, какая-то часть дисциплины, какой-то модуль делается дистанционно, но там есть специальные человеки, там есть протоколы на все, что шевелится. Там есть специальный человек, который наблюдает. Конечно, камеры включены, он наблюдает, его задача отсматривать, нет ли там каких-то, как бы это сказать, ситуаций, связанных с доброчестностью. Вот. Мы не затронули эту проблему, а качество, конечно, контроля очень и очень низкое. Ну и много других организационных моментов. Поэтому, возвращаясь к совету, выбору, перед которым сейчас стоят многие люди, я хочу сказать, что это тот аспект, который сейчас нужно принимать во внимание. Просто поинтересуйтесь, вуз, в который вы хотите идти. Как он повел себя? Вот это важный вопрос. Это не скрытая реклама университета имени Альфреда Нобеля. Про нас вы тоже можете задать этот вопрос. Как вуз организовал учебный процесс в это тяжелое время? Были ли потери? Были ли какие-то серьезные нарекания? Я скажу, что вот... Як швидко, як якісно. Когда, да. Я хочу сказать, что у нас 80, там с небольшим, 80,69%, если я не ошибаюсь, то есть 81% наших студентов полностью удовлетворены тем качеством, которое они получили в результате. Конечно, мы с вами разбирались, и я объяснял, почему студенты иногда высказывают не, как бы это сказать, лицеприятные иногда даже моменты. Но так, я знаю, что вы анализировали думки про позиции студентов в онлайн-навчання. Если коротенько, у нас уже мало часу залишилось. Да, но я вам скажу, что 81% за, но те проблемы, которые указывали, вот, как мне кажется, связаны с этим подсознательной реакцией вообще на дистанционный, на вот этот формат, на общение через онлайн, на общение через экран. Ну и взагалі карантин, він є стресом для кожного. Плюс к этому, естественно. И да, изредка люди высказываются, что вот снизилось качество, вот мы не получали достаточной информации и так далее. Мы совершенно спокойны, ведь я этим делюсь на камеру, для всех, потому что это для нас тоже было очень важным показателем. Процент был небольшой, но мы работали в том числе и в этом направлении, и в том числе понимая проблему. Мы использовали современные методы еще раз, чтобы разрушить вот эти вот рамки, когда человек смотрит только на презентацию, только на монитор, допустим, такие приемы геймификационные, когда ему нужно было использовать свой телефон. Я предупреждал, мы сейчас смотрим меня с компьютера, вы будете пользоваться телефоном. Когда человек участвовал через тот же телефон в вопросе и прямо в онлайне формировалась картинка и все такое. Поэтому, повторю, сегодня, когда уважаемые родители, уважаемые будущие студенты выбирают вуз, обязательно проанализируйте. Ведь все это оставило свой след и в социальных сетях, да и вообще просто в разговорах, в коммуникациях между существующими студентами. Это на сегодня тест на качество, на эффективность организации учебного процесса. Наш университет Альфреда Нобеля этот тест выдержал. Многие наши коллеги тоже с честью прошли этот этап. Но, повторюсь, очень важно сегодня задаться этим вопросом. И еще, когда вы видите, что вуз начинает вас подталкивать к дистанционному, исключительно дистанционному формату, только дистанционному формату, это тоже такой вот неприятный звоночек. Как мне кажется, это просто вот желание сэкономить. Когда дистанционный формат предлагается как дополнение, когда дистанционный формат предлагается в каких-то исключительных ситуациях, вот человек не может находиться здесь, находится за границей, допустим, может сочетать работу там и учебу. Это нормально и правильно. Но, повторюсь, достаточно сейчас вот прослеживается тренд, когда пытаются заменить. Моя мысль здесь полностью солидаризируюсь с Гейтсом. Все-таки, как бы мы ни старались, насколько бы преподаватель не горел на работе, в онлайне 100% того качества получить нельзя. Но когда мы
И вот как раз то, о чем я говорил, мы с коллегами и собираемся в течение этих летних полутора-двух месяцев искать правильные пропорции, когда мы пытаемся сделать правильный микс. Это микс онлайн-навчания, онлайн-навчания и классического in-class lessons. Вот когда мы это сделаем, мы, естественно, будем исходить и исходим из того, чтобы не то, что не снизить качество, а наоборот повысить качество за счет повышения индивидуальности, самостоятельности, ответственности наших студентов. Дякую вам дуже за слушні поради. Я думаю, ми з вами ще зустрінемося. А нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» і Facebook. На все добре!